Феминизм этот ваш, это от недотраха просто. По тебе же видно, что голодный. Феминизм одним нормальным мужиком лечится. Пару разиков в неделю, все, пройдет. Тоже придумали активизм. Бабье счастье при мужике будет. При довольном мужике. Нужно, чтобы как у Кузаков. Чтоб домой пришел, а на столе рюмочка беленькая. Борщец наваристый. Ты рюмочку забыл. Борщица поел и засадил. И все, нет феминизма. И все счастливы. Вот у тебя хоть раз такое было? Я так и думал. Совсем бабы расслабились. Паспорт. Казачок.